Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, вместе с вами снова. Я хотел бы порассуждать насчет обетований Божьих, и мы обратимся к Библии, это будет Псалтырь, это будет 106-й Псалом. Прочтем с 17 по 20 стихи, и там стоит следующее. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои». От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их. Интересный стих, и это Божье обетование. Многие люди находились не на путях Божьих, искали своего, ошибались и в своих ошибках и заблуждениях ушли далеко от путей Божьих. И безрассудные, беззаконные творили неправду, а душа их отвращалась от всякой пищи. Пища имеется в виду здесь духовная, от Бога. И они уже приближались к вратам смерти. Но они воззвали к Богу в скорби своей, и Он их спас от бедствий их, послал свое слово, исцелил их и избавил от могил. Вот такое обетование есть для каждого человека от Бога. И мы должны всегда рассуждать. И для того, чтобы пришло это обетование в нашу жизнь, мы должны взывать к Богу. Взывать к Богу, признавая ошибки своей жизни. Телесной. И в том числе и духовной в том числе. Рассуждайте вы на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.